Добрый день, милые дамы, уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительным освоению вязальной машины с нуля. В этом видео я познакомлю вас со спонсором нашего вязального марафона «Атипичная собачка». Наш спонсор – это магазин пряжи, который находится в Петербурге, называется «Ажур». Как вы видите по этим фото, которые я сделала в магазине, это очень большой склад, магазин, который занимается интернет-продажами и живыми продажами. Поэтому, если вы находитесь в Санкт-Петербурге, то вы можете посмотреть каталог, заказать заранее, прийти, получить этот заказ, который будет для вас уже подобран. Придя в магазин, мы точно так же ходили среди этих стеллажей, хотя мы, в принципе, когда туда собирались, мы уже знали, что мы хотим взять, но нам хотелось попробовать все, что там есть. Но, конечно же, у нас есть ограничения, и мы выбирали ту пряжу, которая может быть воспринята вязальной машиной. Поэтому для нашего марафона «Атипичная собачка» мы выбрали пряжу таких естественных цветов, мы не стали экспериментировать и брать синее, зеленое, фиолетовое и прочие экстравагантные цвета, а выбрали пряжу производства Color City, которая называется Puma. Это 100% австралийский меринос. Именно из нее мы будем вязать нашу атипичную собачку. Почему она атипичная, вы узнаете чуть-чуть позже, но мы надеемся, что это изделие, которое будет связано с этой мериносовой пряжей, все-таки будет гораздо симпатичнее, и мы надеемся, что собака, связанная из 100% мериноса, гораздо быстрее найдет своего потребителя среди наших многочисленных родственников, которым мы готовим подарки к Новому году. Приглашаю вас в наш вязальный марафон, который стартует 11 декабря. И напоминаю, что спонсор нашего марафона, магазин пряжи «Ажур», выделяет сертификат 1000 рублей победителю этого марафона. Вяжите с нами, и вы сможете создать оригинальную дизайнерскую вязаную игрушку, достойную быть подарком на Новый год. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.